В России выросла смертность от онкологических заболеваний. В прошлом году от рака умерли более 250 тысяч человек. В нашем регионе, по данным Министерства здравоохранения, смертность, наоборот, снизилась. А вот число заболевших с каждым годом растет. Сейчас на учете в областном онкодиспансере более 30 тысяч человек. Напомню, февраль объявлен месяцем профилактики онкологических заболеваний. Сегодня в Кирове состоялась прямая телефонная линия. За 2 часа медики приняли более 30 звонков и сообщили, что завтра, 13 февраля с 8 часов утра до часа дня в Кировском областном клиническом онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей. Прием будут вести врач-мамолог и врач-онколог. По данным Минздрава, сейчас на первом месте в регионе среди онкозаболеваний рак кожи. Люди немножко себя не любят и не идут к врачам. Зачастую не идут к врачам. Даже имея какие-то симптомы, жалобы, почему-то затягивают время. И к сожалению, вот мы выявляем злокачественное новообразование нередко в 3-4 стадии. То есть, когда лечить уже их очень сложно. А 3-4 стадия заболевания, я вам скажу, не то что излечить, даже какой-то стойкой ремиссии заболевания, то есть светлого промежутка до рецидивирования, достичь для врача очень сложно.